Check it out. Check it out. Хороший старт дал, не сбрасывай скорость. Ты на пути к победе, еще осталось малость. Поставь себе цель, будь уверен в своих силах. Все мысли прочь, разберись в своих сомнениях. Не теряй веры и терпения, надежды. Живи своей мечтой, тогда сможешь до нее дойти. Сегодня мы находимся у телекомпании НТР, где находится Нижнекамская. Сегодня, в общем, я нахожусь на DFM. Около плюс одного, южный ветер немного усилится. Завтра утром будет пасмурно и плюс три. Днем потеплеет до 4 градусов мороза. Ветер немного успокоится, небо останется пасмурным. Осадков не ожидается. Знакомьтесь, голос DFM. Голоса DFM. Итак, сегодня у нас в гостях небезызвестный, он просил не называть его популярным, знаменитым, блогер Альтер. Альтер, привет. Привет, привет, привет всем, привет Нижнекамск, всем, кто меня узнал. Уважаемые автолюбители, будьте предельно внимательны к УЦРБ, рабочий эвакуатор. Рабочий эвакуатор? Ну, естественно, рабочий, какой он, неисправно, не отправит. А, работает? Да, это сокращение, потому что мы-то понимаем это сокращение. Я что-то забыл, что ты у нас сегодня новенький. Ну, над интонацией поработаешь и, в принципе, можем брать на замены. А чего, Алин, говоришь? Спонсор! Спонсор сейчас, конечно, спонсор скажет. Самое главное, это что? Альтер, потому что альтернатива, это сокращение от слова альтернатива. Я слушал раньше музыку альтернативу и вообще люблю альтернативный рок. Поэтому, собственно, альтер. Я сейчас тебя вспомнил. Да? Я вот сам тебе хотел напомнить, что я здесь уже был. Я сейчас тебя вспомнил. Наконец-то склероз меня отпустил в этом месте. Шучу, конечно, я об этом всегда помнил и знал, потому что Альтер, будучи еще... Аня, ты уже тогда тоже Альтером был, по-моему. Участвовал в нашей передаче, в нашем хит-параде, который у нас был когда-то здесь на DFM. Мы как-то давным-давно, лет 10 назад, решили, а ну-ка мы покрутим песни наших местных исполнителей. 7 лет назад. Камский хит-парад, на DFM. Привет, это Альтер. Представляю вам проект «Дышите глубже, Лена нормальная» и песню, написанную специально для хит-парада DFM. Она так и называется – «Хит-парады». Море, мест. Задают вопрос, да, не. Нормально отвечаю? Небо останется пасмурным, но осадков не ожидается. Правильно. А дальше что? А дальше спонсор выпуска. Короче, сегодня не получилось, не суефа. Сегодня просто поболтали в прямом эфире. Ну вот, в общем-то, я уже нахожусь в эстетике фитнеса. Что-то я уже запыхался. И потом буду преподавать, потом буду. Опять Джина, а вот опять ты. Целый выпуск третий тебе посвящен. Крутой чехол, да, у меня? Снимаем, короче, мы видос с этих фитнес. И вот такие шкафчики еще были. И вот такой туалет здесь. Ну-ка, сколько ты весишь? Сколько? Че? 115. Вот мой вес, 64-75, ёпта. Короче, снимаем из УЕФА. Давай, смотри, я так сделаю, чик, и у меня тут стакан будет. Налей мне водички, Джин. Спасибо. Сегодня мы снимали рекламный ролик для Суефа. Так что, если вы хотите отрекламировать свое заведение, обращайтесь к нам, снимем Суефа. Где-то на 7 минут точно конкретно вот вашего заведения будет в кадре. То есть, ну, выпуск он сам где-то на 15 минут, может, меньше будет. Поэтому это, в принципе, неплохая реклама, тем более размещается в НКВК. Сейчас отправляемся дальше. Скоро выпуск, я надеюсь, времени полно свободного, так что днем надо сидеть и монтировать все это дело. А мы отправляемся дальше. Мне надо учиться эту штуку делать. А мы отправляемся дальше. И сегодня мы снимаем анбоксинг. Вот такие вот две замечательные посылочки к нам сегодня пришли. Одна из Сингапура, другая из Китая. Все заказывалось на Алиэкспресс. А пока смотрите на меня. Адрес и всякая палевная информация. Это на самом деле его Илда. Он себе заказал, чтобы поиграться с ней. Это в темноте боится, потому что надо делать свет для этой елды. Так что сейчас вы увидите сами.
Ну что, давайте вскроем эти посылочки. Young New Digital UN300, да? Что у нас здесь, смотрим. Сам экран со светодиодами, блок питания, всякие шнуры, кабеля, селфи-стик. 2623 рубля. А что у нас получается, тут не батарейки? Он заряжается, получается. Да, его можно, наверное, от сети, либо от пальчиков батареи, правильно? Прибавили. А, нет, смотри, аккумулятор вон какой. Он в комплекте идет, нет? Вот, в общем, такой свет. Сама тема, главное, работает. Ну, короче, я думаю, мы с этим еще разберемся. Сейчас даже на Денейсик вам посмотрю. Вот так вот я буду ходить. О, лоханулись с аккумулятором. Лоханулись жестко, пацаны. Ну. Заказывайте, смотрите. Хотя в комплектации прям нарисовано было, что аккумулятора в комплекте нету. Чем мы занимаемся? Ну, знаешь, вот да. Только что к Адриану попили чай с блинчиками, с вареньем вишневым. Вот такое варенье. У меня коллега обычно опаздывает, 8.05 приходит. Каждый раз в месяц обещаю штрафовать. Не войдет. Вот. Так, значит, тут вырезали, склеили. Ага. Николай, скажи, как вы готовитесь? А ты не близко стоишь ко мне? Как-то круто слишком, мне кажется. Николай, скажите. Ебало во все, экран будет во весь. Скажите, Николай, что? Приглашайте как он. Я уже здесь, что ли? Я не успела накраситься. А там матерные слова врезаются же? Чтобы действительно не позориться. Вот. Ну и что еще? Ну и все на этом. Ну, к некоторым гостям готовимся, кстати, более тщательно. Например, у нас недавно был рэпер. Кто был рэпер? Ну, допустим, Птаха, да? Что за что отвечает? Ну, что ж такое опять, а? Вот эта штука? Фейдер. Это что? Фейдер? Да, это фейдер, он... Да как объясни сам, я не знаю, что это такое, блин! У ЦРБ рабочий эвакуатор. Рабочий эвакуатор. Ну и, естественно, рабочий какой он. Надо учиться, чтобы этот, когда ты говоришь, чтобы микрофон не было. Не, в принципе, по голосу нормально, да? Голос хороший, дикция тоже. Самое главное, ты не жжешь окончание. Сегодня, в общем, повторно снимали с ребятами для выпуска Суефа ролик. Сегодня я в ковре, завтра я в ковре. Где видосы? Сегодня у нас супер крутой блогер здесь. Это я! Представься. Меня зовут Эдик. Это вы Вера Вирс? К нам пришла сама Вера Вирс. Алия, что ли? Это говорит та, которая всех увольняла. Че он, блядь, сейчас снимает? Дай ему. Давай, спойл джей. На баре синий. Мы танцуем под минимал, да. Давай. Итак, всем привет, ребята. Сегодня мы находимся в ковре. И сегодня у нас проходит встреча блогеров. Пройдемте за мной, ребята. Йоу. Блогеры, у которых все получилось. Рустам! Чё рёшь, блядь? Ребята, какие сегодня вопросы вы обсуждаете? Там у нас один чувак есть, он проспорил, короче, и он плохой. Меня не хотят пиарить. Что вы сегодня решили? Мои каверы не популярны. Что сегодня у нас произошло? Сразу микрофон выбирай. Спасибо. Ребята, встречаем. Та самая, единственная неповторимая Вера Вирс. Мы сегодня решили, где можно пожрать на халяву. С вами был Чигирява, Жень Сальтеров, Эдич. И остальные. Джин. И остальные, я забыл, ребята, извините. Итак, ребят, смотрите, у нас сегодня в гостях Эдич. На повестке дня. Приветствовать вас на сборе блогеров. Сегодня у нас в гостях недельный пи***, который должен ответить на пару вопросов. Давай. Эдич, пожалуйста, скажите, как вы стали... Я просто не выложил видео. Вот!
Пресс-конференция, я по пресс-секретарю. Да. Как долго вы собираетесь быть? В нашем договоре написано месяц. Месяц! Ребят, это жестко. Я это выложу. Какие могут быть вопросы к пи***? Точно! Какие могут быть вопросы к пи***? Жизнь с Альтером и на Чигиря. Давай, зови на батл. Короче, зову всех на батл. Я сам. Будет он проходить где-то, когда-то, но будет очень круто. Короче, встреча блогеров закончилась. Мы познакомились наконец-то с Эдичем. Эдич, который нихуя не делает. Альтер. Давай, следующий я тебе кину. И следующий у нас селфи-стик. Сяда коробка. Ну я прям айфон как будто какой-то здоровый открываю. О, ничего себе, тут еще вон как. Гитарка такая. Как этот. Я говорю, где этот? Укулеле. Укулеле, да, или седло от велосипеда. И чё? Так, он off кнопку, видишь? Магия. Вот джойстиком влево-право поделай. Вот. Какой джойстик? Ну вот этот, который ты большой держишь, да. А, вот это? О, это джойстик, что ли? Да. Что ты пол снимаешь-то? А как его наверх поставить? Тут за счет моды. Я просто... Он сам как-то этот... Сам возвращается. Он калибруется, должен сам калиброваться. Ну, короче, надо будет ебаться со всем этим. Ну, разбираться, да. Но блогер нового уровня выходит. Я, кстати, могу же ходить по улице и GoPro сюда поставить. Давай GoPro попробуем. Да, давай. Внимание, внимание, вы здесь? Ключ. Надо разбираться, короче. Вот если только так ходить, да? Не, ну ты соответственно. Короче, всю информацию еще я просмотрю дома, почитаю, познакомлюсь с этим совсем, потому что я как-то не знакомился. Я просто увидел то, что это стадикам, и такой, все, я его заказываю, вообще похуй че. И вот сегодня я его увидел. Такой вот был анбоксинг. Спасибо моему другу Ване, через которого я все заказывал. Вот, ссылки на магазин я оставлять не буду. Покупка в общем. На сколько вышло-то? На 7? На 6? На 12. На 9? Я тебе 900 отправил, по-моему. 9 на 9, да. Ну, короче, он намутился еще сам себе там, да, косаря присвоил. Конечно, блин. Альтер. Сегодня у меня, в общем, берут интервью. Представься. Я Регина, студентка Елабужского института КФУ. А для чего интервью? Для социологии молодежи. Вот. И она решила меня поспрашивать. Меня зовут Альберт. Я люблю слушать музыку, снимать видео. Я люблю наблюдать за людьми, особенно за молодежью. Даже когда я начинал снимать влог, я не видел просто в Нижнекамске ни у кого влогов. И вообще не видел, чтобы кто-то ввел видеоблог. И у меня была цель показать то, что вот в принципе можно такое делать, как бы не стесняйтесь, там главное страх перебороть. Не мое это, я чувствую, что не мое, и я не хочу это принимать, там запоминать что-то и так далее. Мне кажется, если есть сомнения, просто нужно их отбрасывать, я считаю, и долго не думать и делать, просто надо делать. Потому что кто-то уже рискует, а ты еще только думаешь. Я могу сказать то, что я хочу, чтобы люди слышали. То, что мне надо, чтобы они слышали. То есть мои друзья там близкие, они будут знать правду. А если человек мне не близкий, то я, ну, вообще могу что угодно наговорить, и мне будет совершенно плевать, что будет он обо мне думать. Если этот человек мне вообще никак не знаком. В общем, час целый она издевалась надо мной, топила вопросами всякими, утомила меня, я уже засыпать. Шучу. Спасибо, кстати, за интервью.
Но я не знаю, где будет это интервью. В институте. В институте это будет интервью, так что никто этого не увидит, никто ни о чем не узнает. Вот только по нарезочкам вы можете все это дело посмотреть. Или вы уже посмотрели. Короче, не важно. Короче, ребятки, время 12 часов. Мне, чтобы пойти спать. Я вот тут вот в ананасе вместе с Русланом и Ивтиком. Скажи, что мы здесь делаем? Мы записываем так называемый кавер на одну из песен, которая уже надоела на самом-то деле, но надо доделать. Представься, пожалуйста. Меня зовут Евтихор. Что сейчас будет? Сейчас мы будем... Нет, да, перемотка такая сейчас была. Я буду лично делать битбокс и больше ничего. А за вокал будет отвечать другой человек, он только что высмор... Ну, с русским у меня все тоже круто. Вы слышите это? Да-да-да. Высмор. Блядь. Его зовут Руслан. И он будет отвечать за вокал. Вот такие вот веселые ребята. Тюку-тюку-тюку. Мы меняем города. Мы меняем города. Две перчатки на руку. Танцевали до утра. Братан, ты вообще второй куплет поешь? Нет. Мы с тобой звездопад, выпили тампором, танцевали до утра, до него дождем. Значит, я дебил. Это жесть, я загнался, я реально думал, что это второй куплет. Прости меня, пожалуйста. Медуза, 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 мы друзья. Медуза, медуза. Какой плей. Дорожка звуковая сюда записывается. Мы так долго записывали. Прошло полтора часа. Я! Ребята наконец-то записали. Мы записали! Наконец-то! Актерское мастерство включить, да? Нормально. Снэр сейчас выбираем. Ищи, бриллианты, сгребаем мусор. Итак, бочка. Снэр. Хэппи. Приступаем! А что здесь происходит вообще вот в этом заведении? В этом заведении проходят детские праздники. Ну сюда вообще ходят? Посмотрим, как ходят, что? Да? Но не помешает, если ты скажешь, что химик 53Б. Окей. Скрытая реклама. Время 2:30. Мы наконец-то смонтировали. Ну, в общем, я ссылочку оставлю в описании. Готовьтесь к следующему треку. Только, ребят, если... трек какой-то хайпанул, сразу делайте кавер. Но только после нас. Нет, я вам и говорю это. После вас. Тогда там люди запарятся ждать просто, когда вы сделаете. Сегодня мы находимся в ковре. Здесь сегодня проходит выставка картин Кристиана Апостола. Все, ребятки, хватит с вас. Очень насыщенный и интересный выпуск я хотел сделать, и думаю, у меня получилось. Я думаю, что вам понравилось. Если да, то ставьте лайк, расскажите друзьям обо мне. Вот. Ну и сейчас я буду молчать, потому что надо дотянуть до 20 минут.